Строить качественно, а главное безопасно. Такое напутствие дал зампред правительства Максим Громов на заседании совместной коллегии Департамента архитектуры с Госстройнадзором. Чиновники, в свою очередь, отчитались о проделанной работе за 2017. Показатели гораздо выше прошлогодних. Выдано 6367 жилищных кредитов. Плановое значение было 4600 на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Выполнена задача по достижению показателей ввода жилья. Введено в эксплуатацию 290 тысяч квадратных метров жилья. Главной проблемой в сфере регионального строительства по сей день остаются объекты ДСК. Из 12 многоэтажек в 2017 в эксплуатацию ввели 8. Это позволило вчетверо сократить число ивановцев, которые пострадали от недобросовестных девелоперов. Оставшиеся недострои планируют завершить в этом году. Продолжит выработку вариантов завершения строительства проблемных объектов других застройщиков, обеспечить рост объема жилищного строительства, в том числе и инфраструктурных объектов с использованием программ господдержки, завершить строительство незавершенных объектов образовательных учреждений. Чтобы бюджетные средства использовались рациональнее, контроль за возведением крупных инфраструктурных объектов в регионе поручили агентству капитального строительства. В 2017-м областная казна сэкономила более 30 миллионов рублей. Отмечу наиболее значимые объекты по следующим направлениям. По реализации мероприятий под программой развития газификации Ивановской области проконтролировано 9 объектов и принято объемов на сумму порядка 95 миллионов рублей. В рамках программы реконструкции школьных спортивных залов и в сельских школах проконтролирован ремонт в 4 школах и принято объемов на сумму более 5 миллионов рублей. Приоритетные направления строительного комплекса неизменны. Увеличение темпов сдачи жилья, газификация, разработка механизмов по снижению стоимости ипотечного кредита. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.